in the Baltic states where we still face many legislative and social obstacles to overcome homophobia and transphobia, Baltic Pride is a way to raise the visibility of LGBT people and create much needed dialogue in our society. Baltijas valstīs, kurā vēl ir daudz legislatīvi un sociāli šķērsi, lai tiktu pārkārt. Atšķi, un nepuskājuši, to liek, bolši? Jālīpāli, nāda būtu pasāšķivotas tolpoj. Ну, ёлы-палы. Хотя, нужно признать, ничего тут веселого нет. Ну, речи говорят. Ну и что? Не, она походила. Ну, пока не выступает. Ну, будет выступать. Ну, что? Ну, как? Нет, все, больше ничего интересного не будет. Целя уз толерант, отверт и венлизик сабедриво. Да-да-да. Ну, так что... Ну, все, так что, к сожалению, эти я не задерживаю. Больше ничего интересного не будет, будет так. Ну, болтовня будет и все. Ну как, ну, как и в прошлом году. Ну, как не в прошлом, в 2009 году. Вяночки? Не знаю. Да и тут вот дождь всех распугал. И поэтому, как бы сказать, народу-то немного. Ну, сколько тут приехало, вот издалека видно. Ну, тут, ну, человек 100, наверное. Ну и все. А, ну как, будут дежурные речи и все, и на этом все и закончится. Ни шашлыков, ни 9 мая, ни парада победы. Так что... Так что я, наверное, тоже сейчас уже пойду. Потому что, ну, а что тут? А, нет, я должен дождаться этой самой речи, мадам. Мадам посла. Ее-то надо заснять, что она говорила. Вот ее запишу тогда и выйду. Так что я не знаю, что это сейчас там будет делать снаружи. Вот, я не знаю. Если есть время, ну жди тогда. We warmly invite you all to Baltic Pride 2013 in Vilnius to celebrate it with us. Thank you. Mēs jūs aicinām uz Baltijas Pride 2013 Vilnijā, lai kopā svinētu.